Здравствуйте, дорогие мои подписчики моего канала. Я с вами Марина, нахожусь в экспрессе город Богородицк. Смотрите, какие детские игрушки. Смотрите, какие красивые, разнообразные. Жвачка для рук. Вот такая бульгум. Смотрите. Тесто для лепки, формочки, зайка. Смотрите. Сейчас мы туда дальше посмотрим. Просто вешаю. Такая. Два вида. Я только вижу здесь. Так, головоломочка, игрушка. Дальше у нас здесь вот такой мео. Смотрите, для красавиц, для девочек. 48 карточек. И вот такая. Смотрите еще, дорогие. Для детей. Собери их все. Воин. Вот такой. Так, вот такие мороженые делать девочкам маленьким или мальчикам. Смотрите. Игровой наборчик. Мороженое. Также игровой наборчик. Смотрите, дорогие мои друзья. Маленький повар. Научить готовить ребенка. Приучать, вернее. Вот такая разделочная доска. Ножик пластиковый. Все здесь приспособлено. И вот такая игра. Наборчик. Для мальчика. Плюс 3. Магнитный заряд. Смотрите. Подарок наклейки здесь идут, наверное. Яркие герои. Очень много игрушек. Так, что там еще? Вот такие цветы. Смотрите. Из пакетиков. Набор для творчества. Развивать моторику. Это подсолнух. Дальше, что у нас здесь еще? Их несколько видов, дорогие мои друзья. Это дерево денежное. Вот такое. Подсолнух и дерево. Это хорошо для моторики, для пальчиков рук ваших детей. Моторика развивается, естественно, и память улучшается. Смотрите, яйца. Вырасти своего грызуна. Дальше. Вырасти четвероногого друга. Собачку четвероногого. Дальше. Что здесь еще? Вот такая. А это что? А это мялка. Мялочка для антистресса. Так, вот такие еще. Химические опыты. Вот такие наборчики. Желтый, зеленый. Вот такой. Это плюс 12 уже, дорогие мои друзья. Сейчас принесли. Вот, выращиваем кристаллов. Вот такое еще тесто. Смотрите. Тесто для лепки формочки. Здесь в составе две лепки, две баночки, формочка одна и глазики, а 4 штучки единорожка. Вылепить игрушечку своими руками. Так, и что там еще у нас? А там еще у нас тоже есть. Сейчас посмотрим, что еще принесли сейчас. И вот такие котята красивые, дорогие мои друзья. Так что, кто этим увлекается, сейчас я все поставлю. Суды. Все для кухни. Вот такие набор мисочек фантазии 3 в 1. 99 рублей. Размеры. Так. Значит, 1,3. Дальше 2,1. 3,2. Размеры этих мисочек. Так. Сделано в России. Состав полипропилен.
Вот такие красивые мисочки. Так, здесь больше ничего совершенно. Все пусто. То, что было, наверное, в связи с этим вирусом, поставки вообще никакие. Очень мало. Сделано в России. Тольятти. Полочка для специй. Цвета белый. Вот такой серый. И еще я вам сейчас достану и покажу. Мои дорогие друзья, вот такой салатовый. Смотрите, красивый-то. Вот он, смотрите. Вот такой. 199 рублей. А здесь умещается. Если вот эти, которые у нас продаются сейчас здесь в экспрессе по 99 рублей, 5 штучек, баночек. Если мельче, возможно, больше. Я мерила только большие, которые здесь продаются, пустые. Вот эти 5 штучек умещаются здесь. А вот которые мелкие, сейчас я покажу. Я не мерила. А те большие я померила. Этих я не знаю, сколько здесь уместится. Мельнички. Там умещается вверху 5 штучек и внизу 5 штучек. 10 штук. Органайзер. Контейнер. 149 рублей. С складочкой и замком. Кто у нас производитель? Так, Татарстан. Производитель. Вот такие. Вот, хорошо закрываются. А вкладочки здесь я не вижу. Возможно, они отдельно. Ну-ка, и сюда эта вкладочка. А вот эту вкладочку, она отдельно лежала, дорогие мои друзья. Вот такая вкладочка, смотрите. 149 рублей. Здесь сверху мелочь, а там что-то крупное. Такой замочек хороший. Защелкается. И вот такой ремешочек. Вот что. Так. Полипропилен. Так что, когда будете покупать, обязательно открывайте, смотрите, чтобы была вставочка. Иначе вы придете домой, а вставочки не обнаружите. Они лежат отдельно. Корзиночка для специй с перегородочками. Размеры ее 20, 27, 15 на 10. 55 рублей. Цвета вот такие. Органайзер такого цвета. Вот такими, смотрите. Сделано в России. Цены не знаю. Нет цены. Так. Это я уже все показывала, дорогие мои друзья. Переходим в другой отдел. Такой поднос. Посмотрите, какой красивый. 99 рублей. Смотрите, с узорами какими. Такой красавец. 99 рублей. Такой продолговатый. Он не круглый, он продолговатый. Так, это фирма Kitchen у нас опять. Так, размер 46 на 36. Вот так я... Смотрите. Полипропилен и карбонат кальция. Спасибо вам за то, что посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Пишите комментарии, буду очень рада.